какие-то херилки, какую-то хрень он. Не знаю, борюсь, объясняю, бесполезно. Стараюсь даже детей специально кому-то летом в Переволоку везти, там, за Волгу, чтобы они были в палатках. Как тут, вообще, я с детства. И то сейчас у меня вот они тоже с телефонами вот эти. Я даже в школу старше ходит, еще для телефона оставляю дома. Придет в телефон, и все. Все, ничего не сделаешь, ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь, это зараза.